отличная погодка. Едем на тренировку, наконец выехал. Сегодня буду делать супер тягу, а потом обязательно приседать. По плану сегодня нужно сделать 310 килограмм по 5 раз. Тяга сумо, жесткий гриф. И потом 50 из седа, 200 по 3. Настроение отличное. Думаю, что все обязательно получится. Чтобы взбодриться перед тягой, обязательно принимаю тренинг. Сегодня он выглядит так. Закончили тренировочку, нелегко было, но все сделали, все хорошо.